Привет! В осенне-зимний период ежегодно фиксируются вспышки простудных и вирусных заболеваний. В максимальной зоне риска находятся малыши, иммунитет которых только формируется и не может противостоять вирусам и бактериям. Хочу рассказать о оптимальном решении для создания правильного микроклимата и украшения детской комнаты. О увлажнителях серии Balu Kids UHB-270 и UHB-275. Начну с того, что объясню, для чего же нужен увлажнитель взрослым и детям. Низкая влажность воздуха в комнате ребенка сушит слизистые и способствует активному распространению бактерий и вирусов, увеличивая риск простудных заболеваний. Регулярное использование увлажнителя помогает создать правильный микроклимат и уменьшает вероятность того, что ваш ребенок заболеет. Увлажнители Balu UHB-270 и UHB-275 выполнены в образе одного из самых забавных и любимых персонажей Disney – Винни-Пуха. В ассортименте представлены увлажнитель с легким механическим управлением и увлажнитель с сенсорным управлением и информативным дисплеем. Сейчас я подробно расскажу про каждый из них. У увлажнителя с механическим управлением есть удобное поворотное реле, с помощью которого вы можете регулировать интенсивность увлажнения. Над реле расположен световой индикатор работы. Во время увлажнения он горит белым цветом, а при низком уровне воды загорится красная индикация и прибор беззвучно выключится. Так что не стоит волноваться, увлажнитель не помешает сну ребенка. В увлажнителе с электронным управлением предусмотрен информативный дисплей, на котором отображается текущий уровень влажности и температура. Сенсорными кнопками вы легко сможете выбрать одну из трех скоростей увлажнения, а с помощью таймера можно задать время, через которое прибор выключится, в диапазоне от 1 до 12 часов. И, конечно же, здесь тоже есть датчик контроля воды, который беззвучно загорится и выключит прибор, когда внутри будет минимальное количество жидкости. Для того, чтобы ребенок в ваше отсутствие не включил самостоятельно прибор, сетевой адаптер можно отключить. Вынимаем шнур, и увлажнитель выполняет декоративную роль, украшая комнату ребенка. Прорезиненные ножки защищают поверхность, на которой установлен прибор, от царапин и повреждений, и делают его более устойчивым, если вдруг его случайно заденут. Резервуар для воды спрятан в голове Винни-Пуха. В него вмещается 3,2 литра воды. Этого объема хватает на 16 часов непрерывного увлажнения. Для вашего удобства на обратной стороне есть специальное окно-индикатор. Через него вы легко можете узнать оставшееся количество воды в резервуаре. Для увлажнения можно использовать фильтрованную и водопроводную воду. В увлажнителе установлен сменный фильтр-картридж, который избавляет воду от излишков солей и жесткости. Для удобства эксплуатации под распылителем спрятана специальная складная ручка, чтобы вы могли с легкостью перенести резервуар, чтобы наполнить его водой. Прибор упакован в яркую коробку, которая сразу привлекает внимание ребенка. Поэтому увлажнитель – это отличная идея для действительно полезного подарка вашему ребенку.